Винтовка снайперская ВСК-94 в своей основе имеет все тот же автомат А-91. Винтовка ВСК-94 представляет собой снайперский комплекс. Этот снайперский комплекс позволяет уверенно поражать цели на дальности 400 метров с оптическим прицелом. ВСК-94 в сравнении с винтовкой ВСС «Винторез». Снайперский комплекс ВСК-94 по своим техническим особенностям является более прогрессивным, чем винтовка «Винторез». Предохранитель выведен вправо, в отличие от автомата А-91, у которого предохранитель выведен влево. Это сделано специально по той причине, что с левой стороны у винтовки ВСК-94 помещается оптический прицел. Приклад отсоединяется точно так же, как на винтовке «Винторез». И оптический прицел ПСО-1 отсоединяется точно так же. Очень легко подсоединяется. ВСК-94 в левом ракурсе. Защелка приклада для отсоединения его от винтовки. Фиксатор точно такой же, как на автомате А-91. Он служит для разборки оружия. Отсоединение магазина. Фиксатор оптического прицела. Если его подать на себя и назад, можно снять оптический прицел. Предохранитель ВСК-94. Сейчас он в положении автоматический огонь. Из этой винтовки можно стрелять очередями. Положение одиночного огня. Верхнее положение предохранено. Снят верхний узел, точно так же, как на автомате А-91. Точно так же извлекается затворная рама с затвором. Затвор и затворная рама. Крупным планом показан затвор. Он немножко не такой, как на автомате Калашникова. Внутренняя часть ствольной коробки. Виден курок. Взведенный курок крупным планом. Подсоединение глушителя к снайперской винтовке. ВСК-94 в разобранном состоянии. Обратите внимание на рукоятку заряжания. Сейчас она в верхнем положении. Это положение для стрельбы. А вот это положение откинутое для заряжания. Открытый прицел барабанного типа для стрельбы на 400 метров.